Юрий Павлович, победа вас! Теперь вы точно рекордсмен. Вы сказали Рубинеру, что вы как президент выиграли пятую. Но сейчас как тренер. Что испытываете? Может быть, можно как-то иерархию этих кубков выставить? Испытываю, наверное, счастье, потому что сегодня провели блестящий матч, и он достаточно тяжелый был, очень напряженный. И такое впечатление, что первый раз выиграл кубок. Надо продолжать дальше.